вами на канале Настя Рубель. И я сегодня буду снимать видео про то, как я покупаю ручки в канцтоварах. Точнее, ручку-стирачку. Пойдемте посмотрим. Вот такая ручка-стирачка. Пишешь ей, она стирает. Вот здесь стирачка сама. Вот, давайте я проверю. Вот, я пишу синим цветом. Сейчас она говорит. Да, она действительно стирает. Все. Следы заметаны. Я возьму себе такую ручку. Сейчас я ее подтащу. Очень много ручек. Опа. Вот очень красивая ручка, золотая. Вот не знаю, павлин перо. А вот я нашла. Вот такая ручка. А это тоже какая-то ручка, видимо. 42 гривны. Мне кажется, это дорого. Хотя она очень красивая, мне нравится. Давайте напишем еще что-нибудь. Ой, тут немножко неправильно, вот так вот. Тут немножко не вместилось. И жмите на эту кнопочку. Вот там. Все. Итак, вывод. Этой ручкой можно писать контрольные, если вы ошибаетесь очень много. Пишите, потом ручкой, стирачкой точнее, стираете. Пишите правильно, если вам кто-то подскажет. Этой ручкой еще можно писать, подписывать всякие документы, а также что-то важное, чтобы можно было стирать. Все, всем пока. Это была с вами Настя. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки вверх, пишите комментарии. Пока. Там одна слишком темная. Вы уже подписались на мой канал? Если нет, а если да? Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео, пишите комментарии и то, чтобы вы хотели, чтобы я сняла. Да, хорошего вам настроения, покупайте такие ручки. Все, пока!